Знаете, есть такая певица Майли Сайрус. Так вот, она наконец-то обрадовала, я бы даже сказал, просто благословила нас своей датой и обложкой альбома. Выхода альбома, датой выхода альбома и его обложкой, а также названием. Называется он Plastic Hearts, а не так, как я надеялся, She is Miley Cyrus. Если честно, обложка мне тоже не сильно понравилась. Но будем жить. Она хотя бы, знаете, нормальная. То есть она не такая, что вот посмотришь, как на обложку Ланы Дель Рей последнего сингла. Но я ни на что не намекаю, просто вот говорю какие-то факты, которые сам считаю правильными. Ну, просто лично мне визуально смотреть приятнее на такие перегруженные обложки, чем на что-то совершенно вот такое, как у Ланы, да, было. Но там была претензия не к обложке, там вообще главное не обложка, там главное содержание. Здесь же у Ланы, ой боже, у Ланы, у Майли и визуал тоже всегда на высоте, поэтому хотелось бы чуть больше. Но опять же, по обложку мы поговорим потом, да, про обложку. Давайте поговорим лучше про то, что альбом выходит в ноябре, по-моему, даже в конце ноября, я бы сказал, и в него будут входить также некоторые каверы. И один из которых был выпущен сегодня официально, хотя 4 дня назад Майли Сайрус спела его на некоем Whiskey A Go Go So Fest SOS Fest SOS Fest. Так вот, там она спела кавер на песню Zombie. Группу не назову, хотя прекрасно знаю, как она называется, но не могу вспомнить, как она произносится. И эту песню знают все. Так вот, этот кавер наделал много шуму, и мне, если честно, с голосом Майли хочется узнать, как же он звучит. Смотреть мы будем сразу выступление, целиком. Если оно будет обрезанное, то, знаете, это авторские права постарались. Но этот кавер будет в альбоме. Поэтому мимо него пройти я не могу. Плюс мне интересно услышать, как Майли Сайрус поет. Поехали. Так, я пересяду, пока Мы тут выбираем реклама. дерзкое и новое. Покупай Pepsi и Lay's с изображением Ох, Насти. Твой вкус здорово, решает. здорово, прекрасно. Давайте, Блис. Бли. Скидки до Две рекламы подряд. 20% Первое, что хочу сказать, мне дико нравится энергетика Майли в этой эре. Вот на нее смотришь, и она максимально крутая. И я хочу в наушниках это. Вот посмотрите на нее! Ей прическа это максимально к лицу. Я сначала не выкупил прикол, когда клип смотрел, но сейчас вы посмотрите на этот образ. Какая-то вот дерзкая темная львица. Я не знаю, как это еще описать, но энергетика пашет. Тихо. Это просто безумие. У меня мурашки идут. Это безумие. Как можно так петь, ребят? Ее голос, по ее голосу плачет рок-музыка просто. Вы посмотрите, я буду сейчас воспалять все 5 минут. Она смотрит на меня или на кого? Уже не на меня. Жаль. Просто у меня, знаете, как искра какая-то просто. Макияж у нее прекрасен максимально. И
Это освещение, понимаете? Все работает. Да. Ну. Просто рок-звезда. Мне так нравится, как она делает, просто ее голос творит что-то невероятное здесь. Этот крест еще. Я не знаю, что сказать, ребят. Во-первых, я обожаю голос Майли. Он один из моих самых любимых голосов в музыкальной индустрии за все время. И то, как он раскрывается здесь, это просто моя мечта. Я об этом не догадывался, но это моя мечта. Сейчас идет гитарное соло. Еще. Ребят, она просто рок-звезда. Энергетика передается через экран настолько, что она уже распушилась. Привелась себя в порядок. Это я просто показал, как она языком. Ну посмотрите, блин, на нее. Нет, знаете, я встану. Я просто встану и поаплодирую. Простите, что за вот это все, конечно, но я просто поаплодирую. Я не знаю, как это еще. She is Miley Cyrus. She is Miley Cyrus. Что можно сказать здесь? Я пиздец как жду альбом. Пиздец как жду этот гребаный альбом. Когда еще Mother's Dara бомбила мою задницу своими абсолютно дерзкими битами каждый раз, просто ударяя мне по ебалу ими, я, если честно, врубаю всегда на максимальную громкость этот трек, потому что он нереальный. Энергетика там просто, хочется разорвать на себе последнюю одежду и что-то доказать просто всему миру, понимаете? Вот, вот настолько там энергетика. Энергетика в Midnight Sky подобного характера. То, что я увидел здесь и услышал, это несравнимо ни с чем, что я видел от Майли Сайрус до этого. Если в ее авторстве будет такая песня, я просто охую и не выхую обратно. Простите, что так много матов, но я слишком завелся этим кавером. Вы видели, собственно. Вот. И да, наверное, все-таки рок-классику ничто никогда не переплюнет, но знаете... Исполнение этой рок-новой классики. Прекрасно. Такие вот у меня эмоции. Говорить я больше здесь ничего не буду. Говорите вы. А мы увидимся с вами в следующей реакции. Всем пока.